Они ждут полуторатысячного ребенка по заказу государства. Этот малыш из пробирки появится в Самарской области по программе ЭКО. По последним данным специалистов, таких результатов удалось добиться благодаря высококвалифицированным сотрудникам и высокотехнологичному оборудованию. Беременность теперь наступает почти в 45% случаев, в то время как средний европейский показатель – 37%. О достижениях и новых проектах, и о том, для кого эта процедура бесплатная, расскажет Татьяна Пудова. Вот таким своего будущего ребенка впервые видят потенциальные родители. Ответственный момент. Специалист отбирает одну клетку из эмбриона, дальше работают генетики. Хромосомные неполадки устраняют, эмбрионы попадают в криохранилище. 5 дней и их пересадят. Заглянуть в инкубатор после того, как закрылась крышка, невозможно. Нельзя нарушать температурный режим. Кстати, выращивают их не в пробирках, как привыкли думать, а в специальных чашечках. Рожденные таким путем мальчики и девочки ничем не отличаются от других детей. Единственный недостаток, шутят специалисты, высокая вероятность появления на свет двойни и даже тройни. Редко бывает, когда мы перенесли одного, например, эмбриона, он взял и поделился, и получилось близнецы, двойня. Или перенесли двух. Такие случаи за все время работы нашей клиники всего 4. Когда мы переносили двух эмбрионов, оба прикрепились, и один еще взял и поделился, и образовалась тройня. Да, то есть получились близнецы и двойняшки. Образцы, которые остались, хранятся здесь же, на случай, если пара решится на второго ребенка. Тогда они смогут обратиться в центр, и им снова помогут. Сейчас специалисты ожидают рождения 1500-го малыша. Немного для региона с населением в 3 миллиона, но это очень оптимистичные результаты и для медиков, и для тех супружеских пар, которым раньше была не по карману эта дорогостоящая процедура. В 2014 году эти средства достигли своего практически максимального уровня. Это 200 миллионов рублей было выделено на лечение по государственной программе и по программе обязательного медицинского страхования. В этом году, если мы сложим цифры для всех центров, которые выполняют эту медицинскую помощь в нашей Самарской области, эта цифра станет 1600 супружеских пар пройдет лечение в этом году. Среди обязательных критериев – зарегистрированный брак, хотя бы один супруг с пропиской в Самарской области, строго отвечающие требованиям показатели здоровья, точнее, не здоровья. С этого года изменится порядок оказания медицинской помощи, отслеживать очередь на процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС можно будет в интернете. Количество шансов не ограничено, в реестре ожиданий сейчас более 1000 пар. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии.